Доброе утро или добрый день, если вы в других часовых поясах. Дорогие друзья, дорогие подписчики социальных сетей проекта «Здоровое питание РФ». Надеюсь, что у всех уже такое предновогоднее настроение, что многие из вас нарядили елку. И наверняка многие задумываются уже о подарках, в том числе о сладких новогодних подарках для своих и, условно, знакомых, родных детей. Кстати, сегодня, помимо прочего, день кондитерских изделий, который, конечно, мы как проект «Здоровое питание» не празднуем и не отмечаем, но это дополнительный повод для того, чтобы поговорить о детском диабете, диабете в детском возрасте и взаимосвязи детского ожирения и этого опасного и, к сожалению, все увеличивающегося и молодеющего заболевания. С этой целью мы вновь приехали в гостеприимный НМИЦ эндокринологии. И сегодня у нас, точнее, мы в гостях у детского эндокринолога, доктора медицинских наук, заведующего детским отделением сахарного диабета ФГБУ НМИЦ эндокринологии Минздрава России Дмитрия Никитича Лаптева. Дмитрий Никитич, доброе утро. Добрый день, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Мы начнем по традиции с редакционных вопросов, а далее перейдем к вашим, к пользовательским, и я призываю вас активно оставлять их в комментариях к трансляции, я их буду, соответственно, задавать, и вы сможете получить на них ответы в прямом эфире. Итак, Дмитрий Никитич, каковы основные причины развития сахарного диабета у ребенка? Речь идет и о первом, и о втором типе сахарного диабета. Причины, насколько я понимаю, разные для двух типов диабета. Да, действительно так. И вообще, ну, надо начать с того, что детский диабет значительно отличается от диабета у взрослых. И по
общем-то, по своему течению, по распространенности форм, которые встречаются в детском возрасте, потому что если для взрослого диабета характерно такое вот абсолютно превалирующее доминирование диабета второго типа, которое, к слову сказать, безусловно, связано с ожирением. Ну, как мы, в общем-то, сейчас знаем, более 90% всех форм диабета, в первую очередь у взрослых людей, естественно, это диабет второго типа. Так вот, что касается детского возраста, то здесь совершенно иная ситуация, совершенно иная картина. Детский диабет – это в первую очередь диабет первого типа, да? Диабет, который вот раньше был известен как инсулинзависимый сахарный диабет, сейчас он называется сахарный диабет первого типа. Да? В общем-то, вплоть до того, что ну, фактически 97-98%, по крайней мере, в нашей стране, всего детского диабета – это диабет первого типа. Поэтому, конечно, что касается диабета второго типа у детей, он не имеет, скажем так, сравнительно, да, со взрослым, такого серьезного значения, такой серьезной роли. Что касается причин, то да, диабет первого типа, это так вот, в основе этого заболевания лежит иммунопатологический процесс, аутоиммунный процесс, то есть процесс разрушения своим иммунитетом клеток, секретирующих инсулин. Вот, и, ну, к сожалению, даже вот на сегодняшний день сказать однозначно, определить, да, вот группу или какие-то отдельные факторы, которые приводят к формированию этой болезни, мы, к сожалению, пока не можем, не вполне мы понимаем, так сказать, причины развития сахарного диабета первого типа. Ну, то есть на сегодняшний день мы знаем о наличии определенных предрасполагающих факторов, но они не играют какой-то решающей роли, основополагающей, да, да, для того, чтобы вот мы могли сказать, что у конкретного ребенка возникнет диабет первого типа. Но диабет второго типа у детей, в общем-то, конечно, это аналог диабета второго типа у взрослых, да, то есть эта форма диабета у детей встречается только лишь начиная с подросткового возраста, то есть маленькие дети не страдают от этого заболевания. Это диабет, конечно, старших детей. Как я сказал, это не, в общем-то, не такая распространенная форма диабета в детском возрасте. И, конечно же, ну, практически 100% детей с диабетом второго типа имеют ожирение. Понятно. Так, а может ли в таком случае у ребенка развиться диабет от чрезмерного употребления того самого сладкого, кондитерских изделий, мучного? Ну, безусловно, такой традиционно, конечно, такой тезис о том, что сладкое приводит к развитию диабета, мы с ним все хорошо знакомы, но традиционно он, конечно, относится к некоторым мифам, да, все-таки мы в действительности не считаем, что употребление сладкого, большое употребление сладкого может быть непосредственно причиной развития сахарного диабета, хотя, в общем-то, конечно, косвенно, так сказать, вещи могут быть связаны, потому что мы понимаем, что нерациональное питание, употребление сладкого может привести к лишнему весу, к ожирению. И здесь уже мы выходим, как бы, да, вот уже на такие классические связи, да, факторы риска сахарного диабета. Угу. Ну, то есть дети с лишним весом классически подвержены большему риску возникновения диабета? В целом, да. Да, конечно, здесь в первую очередь мы говорим о сахарном диабете второго типа. И, безусловно, при наличии ожирения мы всегда должны помнить о том, что у ребенка могут быть нарушения углеводного обмена, вплоть до сахарного диабета. И при необходимости, так сказать, обследования в этом отношении предпринимать. Угу. А что касается диабета аутоиммунного, да, диабета первого типа, то здесь, в общем-то, связи с ожирением особо не улавливалось никогда. Хотя
вот на сегодняшний день, на фоне такого вот пандемийного практически роста ожирения, конечно, все больше и больше об этом начинают задумываться, потому что заболеваемость диабетом первого типа с каждым годом растет. И в целом, в общем-то, среди факторов, которые могли бы объяснить рост заболеваемости, находится ожирение, потому что ожирение может приводить к повышенным потребностям в инсулине. И это, в свою очередь, вызывает нарушение нормального функционирования клеток, вырабатывающих инсулин, это бета-клетки. И когда возникает вот такая повышенная на них нагрузка, это может приводить к стрессу, к, в общем-то, повышенной такому иммунной чувствительности этих клеток и уже в дальнейшем непосредственно к сахарному диабету. Поэтому на сегодняшний день все-таки есть некоторые факторы, обстоятельства и данные, которые указывают на то, что ну, в какой-то степени ожирение может и на, вот, на такой аутоиммунный диабет все-таки влиять. Ага. Мы вскользь заговорили о пандемии, но в контексте того, что пандемия – это прежде всего там, переедание, да, локдауны, переедание, гиподинамия и предпосылка для возникновения избыточной массы тела, ожирения, в том числе детского. А скажите, пожалуйста, есть ли какие-то данные, но я понимаю, что сейчас таких четких статистических научных данных, наверное, еще пока нет, поскольку пандемия в разгаре, может ли именно ковид спровоцировать как осложнение возникновения диабета у ребенка? Довольно сложный вопрос, потому что, конечно, этот вопрос, безусловно, возникал, и анализировались данные по заболеваемости у детей на фоне пандемии, и, в общем-то, эти данные продолжают анализироваться. К сожалению, небольшой период времени пока, наверное, не позволяет делать каких-то далеко идущих выводов, но те данные, которые мы имеем, пожалуй, говорят о том, что ковид, новая коронавирусная инфекция, не приводит к росту заболеваемости сахарным диабетом у детей и, в общем-то, наверное, не связано с этой, с этой болезнью. Но это вот на том коротком периоде. Конечно, мы все с вами прекрасно знаем, да, вот постковидный синдром, и, в общем-то, его проявления могут возникнуть гораздо позже. Вот. Но на сегодняшний день, я думаю, что мы можем говорить о том, что влияние ковида на диабет у детей не зафиксировано. Да. Хорошо, у ребенка, у ребенка выявили диабет. Как меняется его образ жизни и в целом, и в частности рацион? И, соответственно, какие принципы должны действовать в его жизни, быть основополагающими? Ну, безусловно, образ жизни, особенно сразу после постановки диагноза, драматически меняется для ребенка, конечно, это и для родителей, безусловно, это огромный стресс для всей семьи. Вот. Но надо сказать, что на сегодняшний день, конечно, технологии, которые есть в лечении сахарного диабета, лечение диабета это сейчас пронизано технологиями на самом деле. Это одна из наиболее таких технологичных, так сказать, направлений медицины, на мой взгляд. И они, конечно, позволяют значительно облегчить жизнь семьи, облегчить жизнь ребенка, упростить все то бремя диабета, которое нужно нести. Вот. И те ограничения, которые они есть, в общем-то, они сейчас гораздо меньше, чем были раньше. Ну, что меняется для ребенка? Конечно, возникает необходимость регулярного контроля диабета, измерения показателей глюкозы, необходимость регулярного введения инсулина, которое, конечно, может возникнуть, по сути дела, в абсолютно любой момент жизни ребенка и в каких-то школьных, дошкольных учреждениях, и на улице, и ночью. Поэтому, конечно, это вносит существенный, так сказать, вклад в изменение, в общем-то, образа жизни детей и семьи. Вот. Что касается питания, на сегодняшний день мы, конечно, стараемся, чтобы образ жизни ребенка, в том числе его питание, они были максимально свободными, они были максимально приближены к тому, что к обычному рациону, к обычной жизни, обычной жизни детей. Стараемся не в своих рекомендациях, конечно, не ограничивать сильно детей. И в целом все, что касается питания,
принципы, которые мы, так сказать, пропагандируем для детей с диабетом, они абсолютно вписываются в те принципы здорового питания, которые мы рекомендуем для... Общечеловеческих. Абсолютно точно, да. Хорошо, поговорили про вот стресс для ребенка. Как вы считаете, консультация психолога нужна, да, скажем, после диагностики диабета ребенку, или надо смотреть индивидуально? Вообще психология и вот все, что касается таких вот психосоциальных факторов, безусловно, это очень важный элемент при сахарном диабете у детей. Безусловно, консультация и даже, я бы сказал, наверное, наблюдение психолога, то есть определенный курс взаимодействия семьи с психологом, это просто необходимость в действительности, да? Потому что, во-первых, нужно, конечно, чтобы родители адаптировались к заболеванию, чтобы они приняли болезнь и могли, в общем-то, рационально взаимодействовать с медицинскими работниками и, в общем-то, эффективно контролировать сахарный диабет. Если мы говорим про старших детей, про подростков, то здесь вообще пласт вот этих психосоциальных факторов во многом определяет эффективность лечения, контроля диабета. И, по сути дела, результат лечения подростка, он во многом зависит от того, как будет выстроено вот его именно психологическое состояние, да, как он будет, в общем-то, настроен, как он будет правильно выполнять рекомендации и так далее. И здесь это, в общем-то, огромное поле деятельности для психологов, поэтому, конечно, сейчас мы очень стараемся очень много уделять этому внимания. У нас в отделении есть несколько психологов, которые очень активно, в общем-то, с семьями работают, отдельно с родителями, отдельно с подростками. Вот. И, в общем-то, мы видим здесь хорошие результаты. Хорошо. По поводу стоп-продуктов при, соответственно, сахарном диабете у ребенка. Мы вот говорили с вашим коллегой господином Майоровым недавно про систему светофор, но она как бы и на детей тоже, да, экстраполируется, система питания при диабете. Ну, по сути дела, в общем-то, в целом, наверное, да, потому что эта система отражает общий принцип здорового питания. Поэтому, конечно, сказать мы... Но в целом я не могу сказать, что мы запрещаем абсолютно все. Мы все-таки говорим о том, что мы должны какие-то вещи ограничить максимально. И с точки зрения общего здоровья, да, и с точки зрения, конечно, контроля диабета. Потому что вот эти вредные продукты, они... Конечно, очень трудно контролировать сахар, да, глюкозу. Если человек в питании такие продукты присутствуют, достаточно трудно и, так сказать, подбирать дозировки инсулина и, ну, в общем-то, вписывать все вот в такой вот регулярный режим ребенка с сахарным диабетом. Поэтому, конечно, мы говорим о некоторых ограничениях, но в отличие от взрослых, мы всегда, конечно, держим в голове все-таки некий психологический компонент, связанный с определенными вредными продуктами, поэтому мы не придерживаемся такого правила запретить абсолютно вот какую-то категорию продуктов. Ограничить. Вот какие конкретно можно применить? Безусловно, это те же самые продукты, да, это легко усваиваемые углеводы, сладкая вода, сладкие фрукты, калорийная пища. Подслащённые, наверное, кисломолочные продукты. Безусловно, сладкие молочные продукты, безусловно, конечно. Понятно. Ну, не говоря уже о кондитерских изделиях, там, конечно, о шоколаде, конечно, и так далее, конечно, и тому подобное. Но я все-таки подчеркну, что мы не запрещаем. Мы не запрещаем. Мы понимаем, что это ребенок. И вот опять же, возвращаясь к предыдущему вопросу психологической, так сказать, поддержки, конечно, вот эта система запретов может вызвать совершенно обратный эффект. Обратный эффект. Поэтому здесь нужно родителям быть очень осторожным и очень аккуратным, да, вот, так сказать, в таких решениях. Тогда для родителей, которые условно встревожены, есть такая категория, их можно понять, какие симптомы должны насторожить, когда стоит бить тревогу, обращаться к врачу. Речь идет, конечно же, о диабете. Диабет – это прогрессирующее заболевание, то есть оно возникает, как мы сейчас хорошо понимаем, оно возникает за долгое время до того, как мы можем это увидеть
что называется, глазами, когда мы можем увидеть какие-то признаки. И когда есть уже определенные клинические проявления, конечно, диабет зашел на так, достаточно далеко, на такую уже выраженную стадию. Вот. И, конечно, сейчас у нас есть и, в общем-то, методики для ранней диагностики, для прогнозирования сахарного диабета у детей, которые мы, в общем-то, в своей клинической практике тоже применяем. Но основными признаками, которые может почувствовать, увидеть родители ребенка, это, конечно, классически является жажда, учащенное мочеиспускание. Вот. И нередко, в общем-то, родитель может столкнуться с тем, что с недержанием мочи в ночное время, да, с тем, что ребенок начал до этого, он ночью, например, не вставал в туалет, начал вставать в туалет, вот, ставит бутылку воды с собой рядом с кроватью, да, для того, чтобы ночью попить. То есть вот такие не совсем характерные, да, и возникающие потребности у ребенка, потому что, ну, некоторые родители приходят, конечно, говорят, вот у меня, я слышал, что диабет связан с жаждой, с мочеиспусканием, вот у меня ребенок много пьет, но это не всегда, в общем-то, признак непосредственно диабета, да, это довольно сложно бывает иногда оценить, ну, что ребенок действительно, поэтому такие вот нехарактерные черты, изменения, вот они скорее будут указывать на сахарный диабет. Ну, кроме того, конечно, да, ребенок может жаловаться на слабость, утомляемость, на головную боль. Наверное. Родитель может заметить снижение успеваемости, какие-то, например, рост каких-то инфекционных процессов, да, но вот это все-таки довольно неспецифичные вещи для сахарного диабета. Та же утомляемость, в общем-то, может быть характерна для большинства детей, которые пошли в школу, ходят в школу. Поэтому все-таки, наверное, первый план среди вот самых ранних таких признаков – это, конечно, учащенное мочеиспускание и жажда, причем вот не характерная, не обусловленная какими-то факторами. Хорошо. А раньше вот писали, что еще запах прелых яблок, запах ацетона, это уже сейчас не считается признаком, да? Мы можем. Вот вы знаете, сколько работаю в диабете, совершенно не чувствую запаха ацетона. Да, сейчас еще в эпоху ковида это очень сложно почувствовать. Да, поэтому кто-то вот ощущает, кто-то это не ощущает. Безусловно, да, это мы можем отнести к признакам сахарного диабета. Вот, но я бы отнес это все-таки к таким вот липкая моча, да, там ощущение, все-таки к несколько, ну, реже выявляемым, более субъективным и, наверное, все-таки чуть более поздним признаком, да, вот на первом этапе все-таки те, которые я обозначил ранее, факторы. Хорошо. Можно ли ребенка, больного диабетом, водить в детский сад? Ну, младшие школьники мы здесь как бы не обсуждаем, потому что это в любом случае нужно, а вот детский сад, что бы вы посоветовали? Ну, на мой взгляд, все-таки надо придерживаться такого общего правила, что жизнь ребенка с диабетом должна быть максимально приближена к жизни ребенка без диабета, да? В том числе это и касается, да, безусловно, очень важна социальная адаптация. Вот, чтобы он принимал общество, общество его принимало, ребенка. И в этом смысле, конечно, на мой взгляд, посещать, и я лично я рекомендую, конечно же, по возможности, если такая возможность есть, детский сад ребенку с диабетом посещать. Здесь, безусловно, возникают ряд сложностей, связанных с контролем, питания, с контролем диабета, организацией питания. И, ну, в общем-то, родители находят различные выходы из этих ситуаций. И опять же, здесь нам очень сильно помогают технологии. Технологии, которые позволяют без уколов вводить инсулин, технологии, которые без уколов позволяют нам измерять глюкозу, технологии, которые позволяют родителям удаленно мониторировать состояние ребенка, показатели глюкозы и при необходимости, допустим, связываться с воспитателями,
для того, чтобы они, так сказать, да, какие-то действия там предприняли. Реагировали, да, 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 да. Поэтому, конечно, это не просто, безусловно, с этим, вне всяких сомнений. Но по возможности я бы все-таки порекомендовал родителям ребенка в детский сад устраивать. Ну, то есть не менять кардинально жизнь, абсолютно. Социальная адаптация в любом случае должна продолжаться у маленького абсолютно. Пациента с диабетом. По поводу наследственности давайте буквально пару слов скажем. Опять же, когда мы говорили с вашими коллегами, я поняла вот лично для себя, что если у матери и у отца диабет, то у ребенка 100% будет диабет. А если у одного из родителей, какова вообще роль наследственности? Ну, вот здесь опять же, возвращаясь, собственно говоря, к тому, какой диабет бывает у детей. Если мы говорим про основную форму диабета первого типа, да, то в целом это не наследственное заболевание. То есть оно заболевание, не передающееся по наследству. По наследству может передаваться, скажем так, предрасположенность к этому заболеванию. Безусловно, есть некоторые генетические факторы, которые могут повышать риск того, что у ребенка возникнет сахарный диабет. И, конечно, когда в семье у кого-то есть диабет, у кого-то кто-то болен диабетом первого типа, то для ребенка риски диабет первого типа будут выше. Ну, примерно в 15 раз риски заболеть диабетом будут выше. Вот, но тем не менее, все-таки, скажем так, сама с большей вероятностью, конечно, ребенок не заболеет. Да? Вероятность того, что ребенок заболеет при наличии, допустим, мамы с диабетом первого типа или, допустим, брата с диабетом первого типа составляет порядка 5%. То есть 95% вероятность того, что ребенок не заболеет на самом деле. Конечно, если в семье несколько детей с диабетом первого типа, такое бывает, или же, например, кто-то из взрослых болен диабетом первого типа и один из детей, то для других детей риски существенно возрастают, да, и тут уже риски могут доходить до 10-20%. Вот, но тем не менее, да, мы видим, что, в общем-то, все-таки с большей вероятностью ребенок с сахарным диабетом не заболеет. Но, конечно, в детстве мы встречаем формы и наследственного диабета, которые непосредственно передаются из поколения в поколение. Мы сейчас все больше и больше узнаем о таких формах диабета, и мы сейчас умеем их эффективно распознавать. Почему это важно? Потому что это может значительно изменить жизнь семей, детей с диабетом, потому что в некоторых случаях возможно лечение без препаратов инсулина, а с помощью других средств, гораздо, ну скажем так, более щадящих средств да, лечения. Поэтому, конечно, очень такая возможность и такие знания для нас крайне важны. Да, это диабет, который передается от мамы к ребенку, да, от ребенка к его детям и так далее. Он достаточно хорошо прослеживается в поколениях, и это уже наследство. Но это не диабет первого типа, это не иммунные формы сахарного диабета. Но их распространенность в нашей стране порядка 2-3% среди всех детей с диабетом. Принято. Переходим к пользовательским вопросам. Их достаточно много у нас. Первое из категорий: можно ли ребенку с диабетом? Можно ли ребенку с диабетом делать стандартные прививки? Какова должна быть прививочная карта? И можно, и нужно делать стандартные прививки. Диабет не является противопоказанием и медотводом для того, чтобы не проводить, в общем-то, вакцинацию, вакцинопрофилактику. Я бы даже больше того сказал, что все-таки дети с диабетом должны быть в первую очередь вакцинированы, потому что, конечно, если ребенок заболеет, то, ну, в общем-то, мало того, что ухудшается контроль сахарного диабета, но надо понимать, что особенно тяжелое течение какой-то инфекционной болезни может привести к острым осложнениям сахарного диабета, а это очень опасно. Это создает существенные риски для здоровья и даже жизни ребенка. Поэтому, конечно, детей с сахарным диабетом мы в первую очередь должны защищать. Вакцинация – это наиболее эффективное средство, да, для того, чтобы ребенок не заболел. Но это очень опасные инфекционные заболевания. Поэтому мы, конечно, сказать, приветствуем и рекомендуем это делать.
Ну, какие могут быть при диабете ограничения в отношении вакцинации? Это, конечно, ну, какие-то острые состояния, да, выраженная декомпенсация сахарного диабета. Но это абсолютно временные ситуации, которые контролируемые ситуации, которые можно скорректировать. Проходимые, да, и корректируемые. Да. Можно ли ребенку с сахарным диабетом заниматься спортом? Очень непростой вопрос. Вот примерно с той же серии про дошкольные, школьные учреждения. В действительности, конечно же, и можно, и нужно. Да? То есть вот рекомендации, которые касаются физической активности для детей с диабетом, они тоже здесь не, абсолютно не отличаются от рекомендаций, которые касаются физической активности в целом для детей. Да? То есть мы всем рекомендуем ежедневную физическую активность не менее часа. То есть абсолютно стандартные рекомендации. При диабете это имеет еще и дополнительный смысл не только в плане общего здоровья, да, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, но и в отношении, конечно, контроля диабета, потому что дети, которые регулярно занимаются, у которых есть регулярная физическая активность, конечно, у них значительно лучше контроль сахарного диабета, значительно лучше показатели глюкозы и, соответственно, значительно меньше рисков для здоровья, рисков осложнений. Ну, то есть, если ребенок до, условно, диагностики, диагноза диабет занимался спортом, то, естественно, прекращать ни в коем случае нельзя, а вот резко начинать, получив этот диагноз, не стоит, нужна в любом случае консультация специалиста. Безусловно, не стоит, потому что диабет во многом это обучение, да? Это мы понимаем, что большая часть времени семья с диабетом проводит один на один. Да? И, естественно, семья, родители, дети должны уметь действовать, правильно действовать совершенно в различных ситуациях, в том числе при физических нагрузках, при спорте. То есть они должны понимать, что делать, что нужно сделать до, во время, после. И этому нужно научиться, этому нужно врачам научить. Это все-таки нужен еще и свой определенный опыт. Поэтому, конечно, резко, я думаю, что начинать, особенно начинать что-то, какие-то новые виды спорта, тем более не стоит. Нужно адаптироваться сначала, так сказать, к простым, таким рутинным вещам, а потом уже переходить к каким-то регулярным физическим секциям, там, упражнениям и так далее. Конечно, здесь часто возникают проблемы такого организационного характера. Да? Не всегда ребенок может устроиться куда-то, куда он хочет. Не всегда приветствуют тренеры, организаторы. Вот. Но сейчас, вот по мере того, как мы все больше и больше говорим про диабет, как больше и больше общество входит в нашу жизнь, узнает про сахарный диабет, страхи понемножечку уходят, и уже вот эти, барьеры становятся все меньше и меньше. И это очень такая положительная, безусловно, тенденция. Отлично. Мы начали говорить про обучение. И вот вопрос, который я не успела задать. Есть ли в России, и наверняка есть в медицинской эндокринологии, какие-то обучающие программы именно для родителей, у которых дети больны сахарным диабетом? Потому что вы заговорили, сказали о том, что это взаимодействие, безусловно, всей семьи, это совместная работа и родителей, и ребенка. И масса процентов успеха в лечении, не говоря уже о профилактике вообще сахарного диабета, это зависит от родителей. Безусловно, и, в общем-то, школы, программы образовательные, пособия, материалы – это один из важнейших, в общем-то, элементов нашей работы, нашей клинической практики. У нас постоянно проводятся образовательные мероприятия, школы. То есть школы для нас – это абсолютно обязательная часть работы, и каждый родитель, каждый уже взрослый ребенок, который проходит через наш центр, имеет возможность пройти необходимый курс обучения, не просто какой-то сегментированный, элементы обучения, а именно программу, структурированную программу по всем необходимым жизненным ситуациям и потребностям, которые вновь возникают у детей с диабетом. И в случае, например, если назначается какое-то новое лечение с использованием технологий, конечно,
семья получает необходимую, опять же, образовательную поддержку в этом отношении. И, конечно же, сказать, у нас много программ различных в этом направлении, и мы всячески стараемся их тоже развивать, адаптировать под меняющиеся какие-то условия, методы лечения и так далее. Вопрос, видимо, подписчикам стало любопытно. Как без уколов вводят инсулин? Но на сегодняшний день без уколов то, о чем я говорил, да, эта технология называется помповая инсулинотерапия, да. То есть это устройство, которое постоянно под кожу вводит инсулин без уколов, потому что устанавливается специальный катетер, вот, очень маленький катетер, который постоянно у ребенка стоит, установка абсолютно безболезненная, и по нему вот это вот специальное устройство подает регулярно инсулин в зависимости от потребностей конкретного ребенка. И здесь мы можем и точнее дозировать инсулин, здесь мы можем, ну, максимально точно воспроизвести, в общем-то, те потребности, которые у каждого ребенка индивидуальны. Конечно, это вещь не только в плане удобства, да, потому что, чтобы ввести инсулин, надо нажать на кнопку. Это все-таки устройство и о эффективности контроля сахарного диабета, потому что возможностей у таких технологий гораздо больше. Принято. Скажите, пожалуйста, какие анализы нужно сдать в первую очередь, если есть подозрение на сахарный диабет у ребенка? Я думаю, что я бы посоветовал, если есть подозрение, все-таки к врачу обратиться, да, начать с этого. Потому что нужно оценить ситуацию в целом. Не изолированно обращать внимание на какие-то симптомы, а нас интересует весь ребенок, конкретный ребенок с его особенностями и так далее. То есть врач должен расценивать всю картину в совокупности. И тогда уже он назначит необходимые анализы, которые нужно сдать, что нужно посмотреть. Потому что в действительности, конечно, спектр анализов при сахарном диабете, он может отличаться, особенно при сахарном диабете первого типа. И он может доходить ведь даже до очень сложных методик, включая молекулярно-генетические исследования. Поэтому, конечно, в первую очередь я бы рекомендовал обратиться к врачу. Ведь, понимаете, вы можете сдать анализы, которые ориентированы на диабет, видя какие-то симптомы у ребенка, но симптомы могут быть связаны с совершенно другим заболеванием. То есть надо в комплексе. Вы успокоитесь, что у ребенка нет диабета, а у него, конечно, что-то другое. Поэтому, в первую очередь, я бы рекомендовал обратиться к врачу. Ну, специалисту-эндокринологу, да? Конечно. Вопрос, связанный с кондитерскими изделиями. Есть дети, которые любят шоколад. И если им предложить, например, горький шоколад, будет ли это более правильным выбором? Ну, я так поняла, что это не о диабетиках в детях речь. Или важно именно количество съеденного, независимо от самого продукта? Ну, и, наверное, к детям с диабетом тоже это относится. Ну, безусловно, все вопросы питания так или иначе к детям с диабетом относятся. И в отношении, конечно, мы ведь понимаем, что проблемы с весом возникают из-за несоответствия, в общем-то, поступления энергии с ее расходом. Поэтому для нас, по сути дела, в этом отношении, конечно, важно не что, а сколько, да? Потому что это будет во многом в конечном итоге определять проблемы с лишним весом. Но, конечно же, что и сколько тоже между собой связаны, мы это прекрасно тоже понимаем. В целом, конечно, еще раз, да, акцент на именно избыточное поступление энергии с пищей. Ну, то есть тот самый энергобаланс, конечно, о котором Виктор Александрович Тутельян говорит, сколько безусловно мы получаем с пищей, столько мы должны тратить. Конечно, конечно. О профилактике пару слов. Можно ли как-то предупредить развитие сахарного диабета у ребенка? Здесь, опять же, мы снова возвращаемся с того, с чего начали. Какой диабет? Диабет разный, да? Если мы говорим про диабет первого типа, аутоиммунный диабет, то на сегодняшний день, к сожалению, методов профилактики не разработано, то есть они активно исследуются, они активно разрабатываются, они тесно связаны с скринингом на сахарный диабет первого типа, но
К сожалению, на сегодняшний день мы не можем предложить какие-то действительно адекватные доказанные меры, которые позволят избежать развития сахарного диабета. Угу. Если мы говорим, конечно, про диабет второго типа, связанный с, так или иначе, связанный с ожирением, но здесь мы опять же возвращаемся к принципам, в общем-то, здорового рационального питания и профилактики избыточного веса и ожирения. Если мы говорим про наследственные формы диабета, которые передаются на генетическом уровне, то здесь, конечно, подходы будут уже, могут быть иными. И ну, сейчас тоже технологии разрабатываются, и, так сказать, генетические технологии, в общем-то, редактирование генома. Но пока, в общем, в случае каких-то методов профилактики, за исключением, пожалуй, пренатальной диагностики, наверное, мы не можем предложить. А можно ли замедлить развитие диабета у ребенка, если перевести его на здоровое питание? Ну, я думаю, что ответ очевиден. Безусловно, да, да. Я думаю, что, в общем-то, ответ очевиден не только для диабета, связанного с ожирением, но я думаю, что и для диабета, в общем-то, первого типа, аутоиммунного диабета, это тоже справедливо в определенной степени. Потому что и мы видим в своей практике, что, конечно, рациональное здоровое питание значительно улучшает, в общем-то, контроль диабета, значительно улучшает показатели глюкозы и способствует, в общем-то, в определенной степени даже как такому более медленному развитию болезни. Про прогноз. Вот, скажем, какой, ну, у ребенка, скажем, в предпубертатном возрасте диагностировали сахарный диабет при соблюдении второго типа, при соблюдении им всех необходимых правил, норм, при совместной работе родителей. Какой прогноз, насколько он благоприятный на будущее, на течение болезни в уже сознательном взрослом возрасте и в пубертатном пока в первую очередь? Ну, здесь в отличие от взрослых, где эта связка, в общем-то, такая более очевидная, у детей, конечно, не совсем все однозначно в этом отношении, да, потому что детский диабет, он более агрессивный, если так можно выразиться, и, безусловно, это положительно скажется на том, когда возникнет сахарный диабет, если ему суждено возникнуть, да, но насколько это позволит, если это уже запрограммировано, насколько это позволит его избежать, конечно, очень трудно говорить. Именно вот в конкретных случаях Я думаю, что конкретный случай, безусловно, да, здесь мы можем уже говорить с учетом всех обстоятельств, с учетом всех факторов. Но вот детский диабет, да, даже диабет второго типа, в отличие от взрослого, диабет второго типа – это достаточно прогрессирующее заболевание. Если мы видим какие-то малейшие признаки нарушений углеводного обмена, то вероятность диабета, даже несмотря на такие профилактические меры, она очень высока все-таки. Если у ребенка сахарный диабет, очевидно, что надо в нем развивать самостоятельность, мотивацию к самоконтролю. Ну, речь идет, конечно, о ребенке там, ну, не совсем младшего возраста, чтобы в дальнейшем он мог сам контролировать течение болезни. Это, опять же, к взрослению. Да? Есть ли какие-то советы, как это сделать? Ну, есть советы. Безусловно, да, нужно развивать, конечно, ребенку дальше жить с этим. И, естественно, в какой-то момент времени он должен будет принять полностью на себя все, так сказать, действия, все, что связано с сахарным диабетом, полностью ответственность за свое здоровье и за контроль своего сахарного диабета. Но какие здесь могут быть советы? Ну, во-первых, не передавать все сразу, да? То есть постепенно, по мере взросления ребенка, по мере того, как он может осознавать, сознательно, в общем-то, принимать те или иные, в общем-то, манипуляции и действия, связанные с сахарным диабетом. К сожалению, приходится сталкиваться с тем, что некоторые родители сначала они избыточно опекают ребенка и полностью
контроль диабета до подросткового возраста берут на себя, ребенок абсолютно абстрагирован от своего диабета. А когда наступает пубертат, когда наступает подростковый возраст, родители в один буквально день говорят, что ты взрослый, и с сегодняшнего дня вот все бери на себя. Вот, наверное, я бы здесь, конечно, посоветовал постоянно, постепенно передавать по чуть-чуть. Как, собственно говоря, вы передаете другие обязанности, перекладываете навыки, обязанности, передаете ребенку повседневные обязанности. То же самое с диабетом. Да? Вот он уже готов, допустим, делать укол, значит, можно ему потихонечку. Обязательно поддержка. Ни в коем случае не бросать. Даже ребенка старше 18 лет не нужно бросать. Очень важна, особенно в подростковом возрасте, очень важна поддержка семьи, поддержка родителей. Мы точно знаем, что при наличии поддержки результаты и риск каких-либо серьезных осложнений, проблем значительно не меньше. Поэтому вот поддержка, она должна всегда сохраняться. Еще один вопрос. Может ли прием каких-то витаминов либо БАДов, не сертифицированных, спровоцировать диабет у подростка? Я так предполагаю, что речь, наверное, идет о каких-то, может быть, средствах для похудения, которые очень любят у нас скупать девочки подросткового возраста и принимать. Ну, собственно говоря, мы уже об этом говорили. Мы в действительности на сегодня не понимаем точных причин развития детского диабета, основной формы детского диабета. Поэтому говорить о том, что вот это можно, это нельзя, это делай, это не делай, ну, оснований для этого нет. Да? Но, тем не менее, нет оснований давать общие принципы здорового питания, здорового образа жизни. И они, в общем-то, крайне важны, поэтому не думаю, что какие-то, в общем-то, добавки, они вписываются и рациональны, и целесообразны. Так, ну, в принципе, наверное, мы озвучили фактически все вопросы. У меня, наверное, еще вопрос личный. Скажите, пожалуйста, есть ли продукты, ну, вот многие говорят о суперфудах каких-то, есть ли какие-то продукты питания, которые, ну, скажем, могут с профилактической целью быть полезны ребенку? Овощи, фрукты, точнее, фрукты, наверное, нет, потому что они сладкие. Овощи, может быть, какие-то виды белка. Есть ли продукты, которые именно показаны при преддиабете? Кстати, мы про преддиабет еще не поговорили у ребенка. Вот сначала про продукты. Ну, мы в своих рекомендациях не придерживаемся, так сказать, каких-то определенных продуктов, которые мы строго, или пусть даже не строго, но все-таки рекомендуем. То есть, еще раз, мы основываемся на таких вот базовых принципах здорового питания и контроля веса. Вот. Что касается преддиабета, ну, это все-таки вот я немножечко об этом упоминал, это немножко иная ситуация у детей, чем у взрослых. Мы понимаем, что как у взрослых преддиабет — это все-таки какая-то просто определенная стадия от нормальной глюкозы к сахарному диабету. Но насколько, скажем так, насколько это значимо, насколько какая роль преддиабета у детей, мы сейчас не очень хорошо понимаем. Вот, и в контексте того, что, собственно говоря, что с этим делать. Вот мы выявили у ребенка преддиабет, мы выявили некое повышение глюкозы, мы понимаем, что будет сахарный диабет, но мы не понимаем, собственно говоря, что с этим делать. Да? Мы не можем рекомендовать какое-то лечение. Опять же, мы не можем выйти за рамки общих принципов, так сказать, здорового питания, образа жизни, рекомендаций, если есть, по весу, так сказать, по контролю веса, по снижению веса. То есть, в отличие все-таки от взрослых людей, здесь немножко сложнее, и скорее в этой ситуации мы просто должны наблюдать ребенка, ограничившись какими-то такими вот общими правилами. Принято. Про питьевой режим вопрос. Насколько он важен для детей с диабетом? Нужно ли давать вдоволь пить, та самая жажда, которая как раз признак диабета? Нужно ли ограничивать количество жидкости? Или, опять же, здесь все индивидуально?
Безусловно, ограничивать не нужно. И то, что является признаком диабета, уходит с началом лечения. Жажда – это результат повышенного уровня глюкозы. Конечно, наше лечение направлено на повышенный уровень глюкозы, на его нормализацию. Поэтому компенсированный ребенок в своих потребностях в жидкости не будет отличаться от ребенка без сахарного диабета. Поэтому здесь абсолютно нету никаких ограничительных рекомендаций. Достаточно свободный питьевой режим по потребностям. Угу. Как у всех детей, здесь нету никаких нюансов, которые бы вот выделяли детей с сахарным диабетом. И, естественно, это вода без газа, это просто питьевая чистая вода. Абсолютно обычная вода, да. Ну, я уже не повторяю, что не сладкая. Не сладкая, само собой. А, еще один вопрос пользовательский. Как объяснить бабушке, что закармливание ребенка сладостями может привести к диабету? Ну, мы касались, да, вопроса, в общем-то, связи сладкого с сахарным диабетом. Все-таки мы про сладкое должны в несколько другом контексте говорить, так. В меньшей степени в контексте диабета и практически не в контексте диабета, а в контексте других вещей, которые связаны со сладким, да, ну, прежде всего, лишний вес, ожирение, другие, в общем-то, сопутствующие заболевания, болезни зубов и так далее. Вот, поэтому вообще пугать диабетом не нужно, на мой взгляд. Совершенно это контрпродуктивная история. Нужно, конечно, находить какие-то более рациональные подходы к тому, чтобы бабушка понимала, что для ребенка очень важно нормальное здоровье, полноценное питание, и что все-таки избыточное поступление сладкого, оно не способствует тому, чтобы ребенок полноценно питался, чтобы ребенок получал необходимые макро-микронутриенты, да, что это может вызвать лишний вес, а лишний вес уже вот здесь мы, конечно, да, можем выходить на массу других проблем со здоровьем, которые могут возникнуть, да, в более старшем возрасте, во взрослом возрасте. То есть вот в таком вот ключе, я думаю, что... Понятно. Ну вот, по-моему, замечательный совершенно совет. Я думаю, что на этой ноте мы и плавно завершим нашу трансляцию. Я хочу только небольшую ремарку вставить, что сейчас идет горячая линия Роспотребнадзора Российской Федерации по качеству детских товаров. На нее можно позвонить. Можно получить консультацию специалистов Роспотребнадзора по качеству и по маркировке товаров, в том числе сладких подарков, которые, в принципе, сейчас все большую актуальность перед Новым годом приобретают. И вторая ремарка – это наш раздел нашего сайта, нашего проекта «Здоровое питание РФ». У нас есть раздел «4 сезона». «Тарелка здорового человека», где можно выбрать программу питания, в том числе для снижения стабилизации веса, и там есть программы питания, которые нам предложили коллеги Дмитрия Никитча, как раз специалисты МИЦ эндокринологии, в том числе программы питания для людей с повышенным сахаром крови, а также программы питания, в том числе и для детей и подростков. Поэтому welcome, милости просим, это очень полезный раздел, я от всей души рекомендую им воспользоваться. Еще раз хочу поблагодарить от всего сердца Дмитрия Никитича Лаптева. Спасибо вам громадное. По-моему, было очень интересно. Я надеюсь, что родители детей, наши подписчики, у которых есть либо подозрение на такой диагноз у ребенка, либо немало детей с таким диагнозом, ну и просто наши подписчики и пользователи получили массу полезной информации. Спасибо вам громадное. Спасибо. Спасибо. Всего хорошего. До свидания, друзья. Будьте здоровы и питайтесь правильно.